Помните, в прошлом ролике на авторынке я увидел действительно прикольненькую тачку, а именно старенький Cadillac кабриолет. Я хотел его купить у чувака с рук, но я его никак не встретил, и поэтому я сейчас приехал вот сюда, на этот автосалон, чтобы найти данный кабриолет. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в Murder RP. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Под прыжок, хопа, опа, 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 это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, ребята, давайте зайдем и посмотрим, что у нас есть в этом замечательном автосалоне. Подойдем к девчоночке, вот к такой, привет, и напишем ей в консоли, как она хочет, slash use, и тогда мы сможем это сделать. Окей, вот они, наши кабриолеты. Их не так уж много, то есть есть тут старенькая вот такая вот тачила. Дальше у нас идет вот такой вот, но это же не кабриолет, дорогие друзья. Либо у него крыша складывается, наверное, или что-то такое. Комета и Фелтес. А где купить этот кабриолет, который был у того чувака? Блин, так, в этом автосалоне нету. Не понял, а где он его взял? Это же реально была топовая тачка. И она кабриолет. Странно, почему ее тут нету? Администраторы сказали, что, собственно говоря, этого Кадиллака нету по каким-то причинам в автосалоне кабриолетов, и сказали посмотреть его вот тут. Я на самом деле сюда и приехал, на автосалон внедорожников, надеюсь, что тут хотя бы он будет, поэтому давайте опять же подойдем к девочке и напишем опять же в чат слэш, собственно говоря, use, и откроем уже этот автосалон, где у нас внедорожники. Мне интересно, каким образом он мог тут затеряться. Мне кажется, его тут вряд ли тут будет тоже. Его тут нету. Ё-моё, куда же он пропал? И где может быть этот Шевроле? Ой, точнее, Кадиллак. Ребят, где его реально искать? Так, я приехал еще на один интересный такой вот автосалон. И давайте посмотрим, будет ли он находиться тут. Поэтому давайте slash use и смотрим, 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 что вот тут будет у нас в этом автосалоне. Потому что я уже устал искать реально этот Кадиллак. Но я его хочу купить, но не могу понять, где его найти. И с ним реально какие-то вот тяжелые поиски, потому что тут уже автомобили, кстати, и побольше. Но почему-то я не могу действительно просто найти этот Кадиллак. Ё-моё, в чем проблема заключается, чтобы просто его найти? Это вот неизвестно, на самом деле, просто неизвестно. Но ладно, будем продолжать его искать. Я думаю, что мы его точно найдем. И он по-любому где-то есть же, правильно? Я приехал на следующий автосалон и до сих пор не могу понять, где же прячется данная тачка. Потому что сколько бы я ее ни искал, не могу никак просто найти. В чем проблема заключается, я не понимаю. Неужели, может быть, этот кабриолет Кадиллак только за донат, к примеру, или что-то еще, и его невозможно как бы купить на авторынке. Мне это интересно, но вот на надеюсь, что хотя бы тут он появится. Автосалон спорт, спортивные, то есть тачки тут. Но я смотрю, что Феникс, и тут нету ни одной покупной тачки, ну, из реальной жизни. Где купить его? Я уже не понимаю. Поэтому, дорогие друзья, у меня сейчас будет вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Murder RP? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой Android телефон. Не обязательно иметь мощный смартфончик, достаточно будет даже слабенького с Honor или Samsung. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатно Murder RP себе на телефон. Все будет легко, есть ссылочка и ролик о том, как установить игру, все это можно сделать. И также, ребята, чтобы сразу у вас появились деньги в игре, смотрите, что вам нужно сделать. Зашли в игру и в чатике пишем slash меню, вот так вот, slash меню. Дальше, окей, меню открывается, и вот тут посередине есть такая вкладочка промокод. Нажимаем на нее, потом дальше ввести промокод. Вот так нажимаем ввести. И вот сюда вводим мой промокод. Вот так, хэштег 2023.
вот так вот. И все, и вы получаете крутой и очень мощный бонус. Нажимайте далее и получили его. Супер же. Поэтому, ребята, в принципе, на этом все. Кодовое слово в этом ролике — где Кадиллак. Все, кто напишет слово «где Кадиллак», обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч!